Доброе время суток, все мои дорогие киприоты. Черный дым из трубы в направлении СНТП, если ехать из Гирна. Третьи сутки. Страшный черный дым, ребята. Люди, безусловно, реагируют. Председатель палаты инженеров-механиков Яркинер объясняет черный дым недостаточным количеством воздуха, поступающего в камеру сгорания, то есть неисправности электронного блока управления. Проблемы на электростанции не ограничиваются черным дымом. Он также отметил, что генератор со сломанным главным валом уже давно не пригоден для эксплуатации. Поломка главного вала не является отказом, вызванным естественным износом. Одной из возможных причин выхода из строя является недостаточная смазка, а другая причина – несвоевременные процессы сгорания в цилиндрах. В течение многих лет техническое обслуживание и ремонт объектов КИПТЭК не могли выполняться вовремя и качественно. И он отметил, что если те, кто управляет КИПТЭК, хотят завоевать доверие общества, они должны прозрачно делиться своими методами. Если бы я не знала, что у вас решения принимаются быстро и власти слушают людей, не было бы смысла в этом обращении. Но я верю, я знаю. Я помню, как в апреле все получили счета электроэнергии и тут же их откатили назад эти цены. Пожалуйста, разделите это видео. Обязательно кто-то знает кого-то, кто может сделать телефонный звонок и остановить это.